100 рублей и номер ваш. Минкомсвязи подготовила предложение. Абонент, желающий сохранить номер мобильного телефона при смене оператора, должен заплатить. Ожидается, что такая услуга станет доступна с 1 декабря. Планируется, что деньги будут перечисляться в счет финансирования базы данных перенесенных номеров. Сейчас она находится на стадии формирования. Плата будет взиматься за внесение каждого изменения. Сумму в 100 рублей сотовому оператору должен будет отдать подключаемый абонент, который желает сохранить старый телефонный номер. Как сообщает Минкомсвязи, все нормативные акты практически готовы и проходят согласование.